хорошо. Дмитрий Зиновьев вместе с друзьями приходит сюда каждые выходные. В городке они играют с детства. Раньше таких специализированных площадок в Челябинске было несколько, но со временем их позакрывали, и осталось вот это единственное. Но этим площадкам уже 40 лет с лишним. Вот это железо, его можно списывать. Оно высокоуглеродистое, не правится, не гнет. Его надо править, менять его надо. В таких площадках уже нельзя играть, абсолютно нельзя играть. Потому что городки не стоят. Всего в городе любителей старинной игры едва наберется 12 человек. Молодежь здесь надолго не задерживается, родители не устраивают условия. Переодеться здесь... Ну, один человек зашел, все, переоделся, и все. Зимой здесь вообще невозможно. Поэтому постоянные игроки – мужчины в солидном возрасте. Чтобы заинтересовать городками подростков, нужно обновить площадку. Но денег из бюджета не выделяют, потому что мало желающих познать этот вид спорта. Круг замыкается. В основном здесь требования какие? Надо вот, чтобы таких площадок было хотя бы 3, то есть 6 квадратов. Чтобы можно было принимать чемпионат России, чемпионат области, чемпионат мира, там все. У нас проводится очень много соревнований. Но мы последние соревнования проводили в городе, в Челябинске, чемпионат СССР. Это было в 1974 году, да, по-моему, Александр Николаевич? Про городки, похоже, действительно скоро все забудут, ведь даже в магазинах не продаются комплекты для этой игры. Битые чурки спортсмены делают самостоятельно, элементы городков вытачивают постоянно, они часто ломаются. Биты же делают один раз, но под каждого индивидуально, в зависимости от телосложения. Биты мы делаем сами, то есть сами ищем токаря, сами ищем материал, покупаем, потому что бита состоит, ручка состоит из текстолита, вот текстолит, это все трубки, нержавейка. Это в основном идет кизил у нас. Насколько городки были популярны в Советском Союзе, даже гадать не нужно. В четвертом выпуске всеми любимого мультфильма «Ну, погоди» есть эпизод, как бегемот метает биту, а волк ему постоянно мешает. Если сейчас местные власти не обратят на этот вид спорта должного внимания, о нем, видимо, следующее поколение будет знать исключительно из мультфильмов. Галина Федорченко, Василий Шевачко, СТС, Челябинск.